потом еще два забили. Потом и все. А кто гол забил в сегодняшней игре? Сейчас, ну, видите, походу. Всем добрый вечер, меня зовут Илья Куликов, мы все на стадионе Школы 64. И в рамках заключительного тура чемпионата Нижнего Тагила по футболу. Сейчас команды Металл КНТМК Дварчина в форме, команда Фортуна в красной. Идет уже концовка первого тайма, счет 0-1, лидирует Фортуна. Очередной угловой. Фортуна в этом году впервые. За три года вот не стала чемпионом, борется за серебряные медали. Сегодня необходимо побеждать, только победа. И сегодня второе. Точка тут не традиция, и вот забивает мне этот момент второй гол. Решит, отличился. Иду год гол в раздевалку. КНТМК-2 выступала в этом сезоне в областных соревнованиях среди юношей 2002-2003 годов под названием «Спутник Уральец» и завоевала серебряные медали. Хороший удар от Александра Алимова. А нет, это был Денис Кокотеев. Чуть мяч девятку не направила. Пас. Эльгиз пробивал, да, потерялся. Блять, там куча!
бьет, догоняет мяч. Пас наперед. Голова, да. Валер. Дальний удар. Да. Кстати, распал голкипера. Мяч полетел. На ворот. А что, 25 заказываешь? Да. Я даже сказал на школу. В МДО попадает. Да по всем видам спорта. В регионалку попадаешь? Я бы не знаю, может там юноша идет со старших. Вроде нет. Совка уже пошла от первого тайма. Счет на 0-2, идет Фортуна. И этот счет позволит им стать вторыми в чемпионате, завоевать серебряные медали. Цепка по вам весит, Миша пришел Фортуны. Андрей Шифов играет хэт-трик. Хэт-трик. Вот еще один гол в раздевалку. Давай команда Фортуна. Перешив. Да, хэт-трик. Давай,
Служит матч Вячеслав Смоковин. Владимир Женица. Почему Иванский? На этом первый тайм заканчивается. Счет 0-3. Команды уходят на перерыв. Пацанов за область поздравляют. За область? Пацанов. Ага, ну классно. А кто будет играть? В село приедет. Вручили этому лучший вратарь Соборов, лучший игрок Галиулин Михаил. Давайте небольшой интервью расскажешь? Не, ничего. Нет, кого вручили, просто расскажите на камеру. Мы это, может, потом вставим. Вот, идите сюда. Я вам вопросы задам. Все, готовы? Так, давайте вот маленько туда. Еще. Интервью надает Евгений Владимирович Федотов. Евгений Владимирович, расскажите, какие индивидуальные награды получили, какие игроки в этом сезоне в чемпионате города? Ну, с нашей командой лучшим вратарем признан Сабуров Владимир. Пропустивший меньше всех мячей и сыгравший 90% игр. И лучшим игроком чемпионата назван Галиулин Михаил, также забивал много мячей, стал вторым бомбардиром. А лучшим бомбардиром кто признан в этом году? Ильгиз Фатахов, команда «Фортуна», забивший больше всех мячей. Лиз, как мы знаем, буквально вот в двух последних матчах оформил септотрик и октотрик. Да, то есть 7-9 голов. И вышел в лидера. Как вы думаете, команда на него играла или просто так вот Лиз хорошую форму набрал? Специально играла на него команда мячей. То есть хотели, чтобы все-таки их игрок получил вот этот трофей. На больший год не будет такой бомбардир. Вот первая пятерка. Ну, ждем награждения уже. Давайте. Концовки матча. Спасибо, Евгений Владимирович. Знаю, это... План-то будет третий, потом вторая.
А Планту когда будут награждать, не знаете? Не знаю, когда он договорится с ними, где и когда. Наверное, скорее всего, он уже может... К ним, да, на их стадионе. То есть они впервые за 3 года вошли в тройку лучших. Да? Да. Позапрошлые года Баранча 3-е место занимала, они вот с ними как раз соперничали. Но в этом сезоне Баранча вот много получила технических поражений, что не приезжал в стадион. Ну и Планта действовал в этом году уверенно. Она один раз только не приезжала. На кубок еще не было их. В этом году, получается, 3 места все тагильские 3 команды заняли. Впервые за 3 года только. Ладно, Диса, все, Дис. О, гуляйте. Давай, Степа, давай, вышел, свежий. Играй! Толя отличился, что-то, наверное. Сделал счет 0-4. Дальше дебют Туна. Так, в втором тайме. Отлично сыграл голкипер. Несколько таких привел.
точно в девятку, он бы кипит справился. Уже перевод на фланг. Ласкин, дубль. Смело. Номер 18 счет делает 0-6. Пожалуйста, еще не отличился Дис. Атаков лучше бы бомбардир. Ну вот так уже никто не догонит, поэтому Гис сегодня ассистирует. Давай,
чемпион кипера. Вот атака отсюда. Играет. Аня, вот!
Что-то у нас по-прежнему 0-6, люди тут Фортуна. ТМК-2 тоже был хороший момент, выход 1-1. Чуть реализация не повезло. Здесь пока что сбить. И по утгам, такого престижа.
тоже со встречи счет 0-6. Вот мы лидируем. Еще вторая половина. Второй тайм. Снова голкипер. Здесь еще очень надежно. Киргизов. Сегодня Фортуну за второе место и команду Металлург МТБК 2 АК Лави Спутник за, также за серебряную медаль, но уже в первенстве Свердловской области. Все-таки юноши 2004 года рождения. Седьмой мяч забивает команда Фортуна. И на этом судья решает остановить встречу чуть пораньше, так как счет уже 3-0 большой, результат уже очевиден. Go.
Хочу вас поздравить, пожелать завершения весенне-летнего осеннего первенства. И прежде всего поздравить молодежь за участие в мужских соревнованиях. И что они заняли достойное 5-е место. Пожелать им спортивных успехов. Любить и бросать футбол. Капитана, можно? Иди. Ребята заняли 2-е достойное место в первенстве области, где им противостояли команды Академия, которые заняли 1-е место. И Дюшерал, по-моему, 4-е, да? Не знаю, Сенара, там, по-моему, 3-е место. Поздравляю вас всех. Также поблагодарить и наградить команду «Фортуна» за участие в первенстве. За занятое 2-е место. Если я знал, что у них планы были 1-е место, то сложились так. Ну что, обстоятельства, да? Игровые моменты, да? Спасибо. И также у нас еще определился лучший бомбардир. Фатаха Бельгин. Который очень много забил. Еще раз давай. Давайте еще раз спасибо всем. Удачи, здоровья. Вся команда на тебя работала. Вся команда на тебя работала. Владимир, а что за третья, куда вы здесь надо, что пришел? Лиз, покажи награду, засниму. Давай, вот так, ты в Фортуне можешь, нет. Давай. Инспиратору дайте, это пойдет? Все? Еще подальше, Майк, отойди. Давай, закрой. Покрупнее.
Да. Он уже не дает. Серега дает. А нет, 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 нет. Двигать надо будет. Давай, кто их будет еще? Это серьезный видник получился. Да, 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 я тоже об этом. Шарыгин, ты общаешься? Давай попросим, сколько надо? Шарыгин, ты общаешься с Татьяной? Ну, Тагильский рабочий, который Татьяна. А я же в телефоне, телефон. Парни, это спасибо, Владимир Маркевич спросил. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Руководитель футбольного клуба «Фортуна» Старик Виталий Александрович. Ну и поделись впечатлением о вот последнем матче сезона. Тяжело легко было против МТБК-2? Ну, нужно учитывать, что их возраст, это во-первых, а тем более они дебютировали. Ну, когда-то надо было, как сказать, это, переступать этот порог и во взрослый футбол уже. Ну, им, как сказать, с самого начала было тяжеловато, но в конце... При хорошей подготовке в лице Пешкова и Карпенко, которые как-то вдвоем, как-то они как-то с ними занимались, уже видно, парни как-то крепчают. На следующий год это уже будут как-то потенциальные лидеры. Ну и подведите итог сезона. В общем, как сложился для Фортуны? Ну, у нас кроме первого места как-то нет задач. Тем более мы в последнее время были чемпионами города. Ну, а этот год немножко как бы это кувырком с самого первого тура, когда мы в Невьянске сыграли в ничью 2-2. Ну и потом как-то ведущие ребята как-то травмы там получили серьезные. Это тоже как-то сказалось на дальнейшем. Ну, я считаю, второе место заслуженно как-то победили. Тем более последние игры, они были решающими. Ну, скажите, вот лучший бомбардир чемпионата стал игрок вашей команды. Скажите, как это случилось? В лице Ильгиза Фатахова я за ним как бы это еще с детских как со времен смотрел, когда он занимался в детской спортивной школе «Юность». Он уже тогда отличался своим отношением именно к футболу. Ну, если как-то разделять, допустим, некоторых ребят, он так был влюблен и сейчас, как-то, ну, до фанатизма. И там бывало так, что я в детской спортивной школе «Урале» занимался, мы выходим на занятия, нас, допустим, 15 человек, а их трое. И Фатахов как-то всегда в любую погоду, что как-то зима, что лето, он как-то всегда, как-то, ну, по сути дела, тренировки как-то не пропускал. Это как-то, наверное, как-то и сыграло его решающую роль, что он сейчас, ну, не растерял этих всех своих рефлексов, навыков, которые в детском футболе как-то это получают. Это его большая заслуга. Что бы вы хотели видеть уже в сезоне 2020, какие-то, может, нововведения, может, команд больше? Расскажите, да нет, дело в другом. Дело в том, что оптимальный вариант – это всегда должно быть 12 команд. И чтобы задействованы были все районы города. А районы – это северный поселок, который представляет как-то Старатель, Рудник. Ее сейчас этой команды как-то нету. На Гольянке должна быть как-то своя команда, чтобы во всех районах был как-то свой коллектив. Тогда будет как-то интересно. Ребята, допустим, которые как-то живут, допустим, как-то в городе,
они объединяются, как и играют. Слушай, мы как-то там вот на сегодняшний день играем как-то с этими, давай как-то. Да. Ну а раз как-то футбол как-то он разделен на два круга, допустим, ты потерпел поражение, а в следующем круге хочешь как-то реваншироваться. Вот футбол как-то он из этого и состоит, то есть в развитии любого молодого человека. Ждем увеличения команд на следующий сезон, 2020. Ну, из года в год мы как-то это ждем, но дай бог, как-то, чтобы это, оно как-то развивалось, тем более, я не знаю, наверное, город надо благодарить в лице как-то спорткомитета, что у нас как-то больше как-то появляется как-то искусственных полей. Но со временем все равно оно как-то, главное, чтобы оно как-то имело место быть. Ну, спасибо большое за интервью. Желаю вам уже в следующем сезоне снова... Илюха, тебе спасибо. Побороться за первое место. Интервью нам дает Алексей Геннадьевич Пешков, тренер команды «Металлург» НТМК-2. Алексей, подведите итоги сезона уже во взрослом футболе в чемпионате города. Ну, если брать городское первенство, ну, я уже вам говорил, я вас частый гость. В этом году мы играли на два фронта. И первое основное соревнование у ребят было последний юношеский сезон. У них по 2014-2013 году первенство области, ну, более-менее выступили нормально. Второе место заняли, плюс кубок, ну, неплохо. И параллельно мы заявились под флагом «Металлурга» НТМК-2, потому что мы, ну, и в хороших отношениях с командой НТМК, с основной. Плюс они нам помогли и взносом, транспортом. Поэтому мы представляли в первенстве, к этому первенству еще Тагила, «Металлурга» НТМК-2. Касаемо самого турнира, 10 команд участвовало, заняли 5-е место. Ну, это более-менее достойно, но, конечно, хочется, чтобы мы на город, по крайней мере, конкурировали с ведущими командами. Ведущие команды это у нас ФК «Гальянский», «Фортуна», «Планта» неплохо в этом году играла, «Северный поселок» и «Баранча». Ну, вот с ними мы, только одна игра получилась у нас, дали бой, 5-5, такой матч веселый был, сыграли с «Плантой». А остальные команды, которые ниже нас, ну, в принципе, там обыграли, поэтому заняли по факту свое место. То есть, что заслужили, то и заняли 5-е место. Все так вот. Ну, как вы по сравнению с чемпионатом области, где вот команды играют со своим возрастом, тяжелее же действовать против здесь, мужских уже команд? Здесь мы, я считаю, что это хорошо, что мы заявились на это первенство. Особенно, если брать верхние команды, вот эти, которые перед нами. Во-первых, это уже мужской футбол. Потихоньку ребятам надо... Юношеский футбол, они все по факту, они закончили с юношеским футболом. Сейчас вот этот переход, он всегда идет тяжело у многих, ну, если взять даже более серьезные клубы, там какие-то академии. Вот этот переход, это проблема во многих командах, переход из детской юношеской спортивной школы во взрослый футбол. Поэтому здесь вот потихонечку надо вливаться, пусть через городские игры, какие-то областные, еще как-то. Потому что на самом деле... Мужской футбол, он уже другой, там, во-первых, нет уже ограничений по возрасту, что один год должен играть. Во-вторых, самое главное, там играют мужики, ребята, которым и 25 лет, и 30. Кто-то прошел хорошую футбольную школу, да даже просто жесткий уже футбол, более такой агрессивный. И если здесь в нем немножко уже, в него немножко окунуться, то потихонечку можно плавно влиться в настоящий мужской футбол, уже полупрофессиональный, все так. Поэтому я считаю на пользу эти игры, хоть у нас результаты где-то были очень там разгромные, не в нашу пользу, как сегодня, например. Но достойные соперники, опытные, есть что взять у ребят, есть что почерпнуть, поэтому, на пользу. Ну и расскажи, кто у вас стал лучшим бомбардиром в команде, кто больше всего мячей забил? Вообще... В чемпионате города. Ой, в чемпионате города я не помню, что Денис Кокотеев, по-моему. Вроде да. Я не помню статистику. Денис Кокотеев у нас стал бомбардиром. И если я просто вообще могу сказать, что у нас в этом сезоне, хотя мы с Евгением Петровичем не сторонники отмечать кого-то, но по факту, по статистике, у нас в этом году Денис Кокотеев стал лучшим бомбардиром. Хорошо, что, ну, молодец, что где-то к концу сезона набрал ход. Дай бог, так же будет продолжать. Ну, он выиграл второе место, наверное, вообще в областном первенстве среди бомбардиров. И еще у нас Вадик Вяткин, он у нас уехал в Москву с первого круга, то есть остался все равно в таблице бомбардиров. И Леша Кудинов. То есть они попали в десятку по юношам на первенство области бомбардиров. В принципе, молодцы ребята, но не забывают, пусть и они, и все это понимают, что это, в принципе, и голы – это заслуга всей команды. То есть там кто-то передачи отдавал, кто-то сзади отрабатывал. Поэтому это хорошо, это успех личный, но это все равно часть.
часть команды, поэтому вся команда задыхает. А я говорю, если взять первенство года, да, я не помню сейчас, но вроде те же самые люди у нас все больше голов забили. Сегодня, по-моему, Денис даже был замечен брат на поле. Да, сегодня Денис, старший брат, Дмитрий играл, он с нами тренировался, в принципе, помог. У нас тем более вот получилось, что перед этой игрой, видимо, и сезон так истощил ребят, и больше 40 игр сыграли. Получилось, что у нас заболели многие ребята. Лотаря сегодня вообще не было, у нас полевой игрок в воротах играл. И, то есть тяжеловато было. 6 человек заболело, кто-то там не смог по другим причинам. Так что Диме сегодня отдельное спасибо, что он поддержал команду, сыграл. Причем с травмой сыграл. Можешь перечислить игроков, кто вот из старших ребят, кто уже давно выпустился, помогал в этом сезоне на чемпионате города? На чемпионате города мы, по сути, играли той же командой. Но кто-то помогал, да, по ходу сезона. У нас Илюха Ярославцев, Илья, он сейчас поступил в Екатеринбурге в университет. Он первого года, ему нельзя было играть на область. Но в этом году старался, когда мог, приезжал, когда мог, приезжал. То есть спасибо Илье отдельно, что он с командой всегда так был. Там он продолжает играть в Екатеринбурге? Он, да, сейчас, но он сейчас у него только поступил. Uh-huh. Сегодня хотел приехать, не получилось из-за учебы. Я думаю и надеюсь, что он помимо учебы найдет где-то тренироваться чем-то и поможем. И по возможности будет тренироваться, даже может за нас на зиме первенство выступать, если по выходным будет приезжать. Но это уже там, как жизнь покажет. Так что передаем привет в Екатеринбурге Илье. Да, Илюха. Константин еще, по-моему, Зотов выступал. А, да, забыл. Костя у нас был. Костя у нас учится в училище Олимпийской резервы в Кургане. И когда приезжал, Константин все-таки с нами долгий путь прошел. Косте тоже привет. В Курган уже отправляем. Да, в Курган привет, Костя. Успехов тебе в спорте и в учебе. Спасибо за поддержку команды. Несколько игр сыграл, не помню сколько, сейчас надо смотреть статистику. То есть вот эти наши ребята нам помогли. Ну а так вот еще раз хотелось бы вот сейчас уже полностью итог подвести общего сезона, что ребятам спасибо за всем, потому что почти что одни и те же играли на двух турнирах. Ну, считаю, опять же повторюсь, как я последний раз с вами встречался, твердую 4 нам нужно поставить. Твердую 4 – это, ну, достойная оценка. И дальше продолжать, сохранить нам команду, продолжать уже двигаться во взрослый футбол, то есть учеба, чтобы у ребят была, и двигаться во взрослом футболе. Так что всем спасибо за сезон. И еще хотелось бы поблагодарить наши СМИ в лице вас за освещение турнира, очень на достойном уровне, даже ребята из других городов, знакомые друзья, тренеры, там Санкт-Петербург, могу перечислить, Уфа, Екатеринбург, тот же Курган, это вот так навскидку, благодарностью за освещение, смотрят, переживают. Это поэтому отдельное спасибо тем, кто освещал и первенство города, и областные соревнования. Как говорится, так держать. Спасибо. Ну и вам спасибо за такой отличный сезон. Ждем уже всего доброго. Вас зимой в зимнем первенстве. Спасибо.